Шип номер 81. Синерот или Сиротиня Ида. Нападающий номер 87. Малышев Александр, защитник номер 19. Голубов Виктор, защитник номер 25. Громче, друзья! И как полагается, хозяева сегодняшнего льда. На лед приглашается стартовый состав команды хоккейного клуба «Владимир». Вратарь Кремлев номер 20. Капитан команды, нападающий Денис Башан, номер 73. Ну что ж, болельщики, поддержим команду. Поболеем. Thank you.
Yeah!
Ближе! Ближе!
Мишаева показала свой опыт у Владимира. За подножку бабушка подвергает, за подножку и контратака Алмаза. Ну что ж, болельщики команды Владимир могут поставить своих красавцев. Давайте, дайте, дайте аплодисменты. Матч окончен. За счетом 7-4 победа одержала команда Владимир. Дальше поблагодарим команду за отличную, отличную игру. Ни много сегодня не хватило команды Алмазу. Но бились они более, чем достойно. Очень красивая игра. Давайте поговорим, давайте дадим аплодисменты.